Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. Сейчас достаточно иметь всего лишь косметичку, и ты уже красавица. Нам, девушкам, нелегко, согласитесь же. Прежде чем куда-то выйти, сходить в магазин или выбросить мусор, мы совершаем ряд манипуляций. То ли дело мужчины, родился и всегда красивый. Так в чем же их секрет? Узнаем у горожан. Не скажу. Крем после бритья. И все. На этом все ограничивается. Есть какая-то мера, которую ты, ну, типа, должен соблюдать. У тебя какие меры? Ну, мыться там каждые 3 дня. Стараюсь как бы почаще стираться. Вы себя считаете красивым мужчиной? Да. Насколько? По 10-бальной шкале. 8. Прыщики, ну, нам пофиг на это же. У нас есть... дух, так сказать. Должен ли мужчина за собой ухаживать? Естественно, конечно, должен. Обязательно. Почему такой красивый? Я потому что вас люблю. О, не-не. Я готов, здравствуйте. Да? Вы на все готовы? Я на все готов. Мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны, понимаете? Вот это самая главная красота. Помылся и красивый. Что мужчина должен делать, чтобы выглядеть прямо вообще сногсшибательно? Каждый день. Ну, ходить в спортзал, следить за собой. Чтобы прическа была нормальная, это обувь нормальная, почищенная. Просто надо одеваться нормально. Мою голову хозяйственным мылом и лицо. Я тоже буду что-то говорить или нет? А вы хотите поговорить? Давайте я просто буду играть. А давайте просто поиграем. А крема, скрабы? Нет. Парфюмом вот естественно надо, конечно, пользоваться, потому что это самое, если разговариваешь, когда от него запах приятный идет, так естественно. Сразу другое дело, да? Не красивый? Да, я красивый. Ну да, красивый. А вы не видите, позади стоит его друг, который говорит, что он очень красивый. Но еще и душевно должен быть хорошим. То есть мне же, блин, с ним не на красоте его жениться, правильно? Все время бреюсь, какая-то и косметика помогает. Какая косметика? За уходом лица. Вот я вам скажу, влажные салфетки всегда нужно с собой брать. Где-то заморался, всегда помогает. Рассказывай, что это? Не стесняйся, крема. Крема. Пенки для умывания. Да. Скрабы. Ну, скрабами я не пользуюсь. А брови щипаете? Иногда. Где? Дома. Я имею в виду, вот где уголочки или прям посерединке? Посерединке. А что делать, если парень проводит больше времени у зеркала, чем девушка? Ну, у нас нету таких парней. Бросать этого парня и бежать от него. Терпеливо ждать. А почему ты до сих пор одна? На самом деле очень тяжело найти парня, который не боится подступиться к такой самодостаточной девушке. Почти каждый мужчина не сомневается в своей красоте. Откуда такая уверенность, я, к сожалению, так и не выяснила.